Всем добрый день! Вы снова на канале о вышивке и рукоделии Shiny Brosh. Сегодня будет мастер-класс по вышивке брошь сакура. Все процессы я запечатлила. Надеюсь, будет понятно даже для новичков. Для начала мы нарисовали эскиз на жестком фетре. Теперь этот эскиз я обшиваю жесткой канителью. Прошивается мононитью, либо ниточкой, которой вы привыкли работать, вышивать. Прохожу я почти каждый миллиметр полтора на жесткую канитель. И таким образом все пришивается по контуру. Отрезаю я жесткую канитель ножничками, которые не жалко, потому что они тупятся. Об канитель у меня есть специальные ножницы, которыми я отрезаю. Разные проволочки, все, вот. Так что обычные ножницы не тупите, не затупливайте. Также я наполняю сейчас саму основу синелью. Вы можете использовать акриловые краски, закрашивать, либо просто взять фетр в цвет броши и не использовать синель. Это не обязательно. Я ее использую, чтобы более плотно ложились бусины. Одним слоем синель дает объем, цвет, поэтому я люблю работать с ней. Сейчас я пришиваю шатон 39 Сваровский в оправе. Там есть отверстие, поэтому прохожу мононитью 0,12 мм через каждое отверстие. По 2-3 раза крупные элементы я всегда пришиваю мононитью в 2 реди и прохожу по 2-3 раза, чтобы не крутилась, не перекручивалась бусина либо камень и хорошо держалась на своем месте. Далее я использую пайетки итальянские. Здесь это 12 мм. Также будут чуть поменьше 10 мм использовать беленькие. Сейчас беру 12 мм и пришиваю вокруг шатона. Также прохожу мононитью по 2 раза. Сложновато попасть в дырочку мелкую в пайетках, поэтому даже на ускоренном видео это не так быстро процесс вышивки этих цветочков. Выводим иголку, набираем новую пайеточку и заново пришиваем. Выводим снова иголочку и прошиваем. Так. Таким образом проходим по кругу всего шатона и дальше в шахматном порядке между лепесточками, между пайетками я буду делать еще и еще один круг, пока цветок не станет объемным. Сейчас мы переходим ко второму кругу пайеток, и вы видите, я переворачиваю пайеточку другой стороной и также пришиваю. Это дает объем цветку. Сейчас мы переходим к третьему этапу. Второй уже у нас сделан круг. И теперь в промежутках, где не хватает объема, я добавляю пайетки, чтобы цветок был пушистым, объемным и выглядел натурально. Поэтому я добавила в серединку 10 мм пайеточку. И там, где недостаточно объема, я его добавляю пайетками. Это вы смотрите на ваше уже усмотрение. Итак. Первый цветочек закончен, теперь переходим ко второму. Здесь будет сердцевинка уже из жемчужинки. Я ее приложила посмотреть. Также наполнила основу. Теперь пришиваем жемчуг 8 мм диаметра Сваровский. И
таким же образом, как и первый цветочек, я делаю второй. Здесь для сердцевины я использую белые пайетки, чтобы цветок не сливался, 10 миллиметров диаметр, да, уже не 12, а 10. И также пришиваю первый слой, сгибаю пайеточку посерединке. Все это пришивается. Второй букет цветочек я уже ускорила. Процесс такой же. Вы пришиваете пайетки, смотря из того, какой у вас объем цветочка, добавляете где нужно эту пайеточку. Уже смотрите по тому, как у вас получилось. И переходим к бутонам, к верхней части, к листочкам и бутонам, которые будут у нас. Также наполняю синелью и сверху уже буду вышивать поверх нее бусинами, стеклярусом, пайетками 3 мм и 4 мм. И использую также камни Сваровски. Вот этот камень Шатон SS24 диаметр я использую. Вы можете взять другой, либо по размеру бутона, как вам больше нравится, либо взять жемчужину, бусину. То есть это уже на ваше усмотрение. И с помощью пайетки стилизую бутон не раскрывшийся. Также использую пайетку 12 и 10 миллиметров. Все пришиваю, выкладываю, прошиваю по два раза, прохожу нитью. Для вышивки я приобрела пяльца и держатель. Так что теперь, я думаю, видео вам будет и мастер-классы смотреть намного приятнее. Если это действительно так, то напишите в комментариях, есть ли разница с предыдущими видео. Сейчас я подбираю бусины. Это бусины 4-3 мм, бежевые, розовые, пудровые оттенки нежно-розового, немножко лилового. Те оттенки, которые у вас есть, все доставайте, бисер, бусины 4-3 мм, немного белого. И этим всем наполняю бутоны. Не обязательно брать, конечно, те, что есть у меня. Я беру просто схожие оттенки для глубины цвета и все это пришиваю. Также вот такую пудровую жемчужину 4 миллиметра диаметра, 5 миллиметров, простите. Все это прошивается, белых бусин добавляю и самый краешек зашиваю бисером. В промежутке между бусинами я тоже наполняю бисеринками, чешские либо японские использую. Сейчас мы переходим к бутону, который мы обшили пайетками. Под пайетками осталось место. Его я наполняю мелким бисером, мелкими бусинами. Изначально это можно было сделать. Можно сделать после того, как вы пришили пайеточки. Вот эти промежутки, которые остались лепестков, я их наполняю бусинками маленькими, либо бисеринками, смотря сколько у вас осталось места. Тоже цвет подбираю в цвет самих лепесточков в бутоне и в цветках сакуры. Вы видите, я пришиваю не только мелкие, сверху добавила и крупную жемчужинку 6 мм в диаметр, и бусину 6 мм. Так цветок станет более естественным, объемные лепестки. Я люблю использовать такие крупные детали. Они подчеркивают, как настоящая становится веточка. Так что тоже не бойтесь делать такие акценты. Ну вот, мы с вами почти заканчиваем уже наши лепестки. Еще остался пару лепесточков зашить в синель и переходим к самому стволу и лепесткам.
Мы переходим к вышивке листочка. Также делаю фон. Использую зеленые нитки мулине. Вы можете использовать любой оттенок, либо также закрасить акриловой красочкой. Но я вышиваю в данном случае гладью. И поверх уже буду частично зашивать пайетками, бисером и бусинами. Также в цвет. Так, сейчас это мы все вышьем и перейдем к стволу. Также я буду его зашивать нитками мулине, но уже коричневого цвета. Для большего удобства можно зашить это все изначально, а потом уже вышивать сами цветы. Так, сейчас мы заканчиваем уже наш ствол, мы его доделываем, завязываем узелочек с обратной стороны и переходим к вышивке. Сейчас я достаю все нужные материалы, пайетки зеленого цвета, бусины 4-3 мм. И все это пришиваем мононитью. В центр я кладу у основания лепестка самые крупные бусины. К окраине кончику я использую либо пайетки, либо мелкие бусины 3 мм и бисеринки. Бутоны вышиты, и сейчас мы переходим к вышивке самого стебля. Я использую японский бисер, мелкий. Диаметр точно не помню, но он миленький, не длинный. Можно использовать также просто бисер какой-то, мелкие бусинки, или оставить сами мулине коричневые, как ствол. Это уже на ваше усмотрение. Вам больше нравится. Прохожу каждую бисеринку 2 раза, прошиваю все, зашиваю и уже подходим к завершению вышивки нашей броши. Но впереди остается еще важная деталь. Необходимо будет сделать еще веточку с использованием проволоки, что придаст объем и завершенность нашей броши. Вот сейчас мы уже заканчиваем ствол, все пришиваем. Мы почти закончили вышивку сакуры. А теперь я вырезаю с пялец вместе с сеточкой, вырезаю по контуру все. А сейчас мы будем делать с вами веточку. Еще для этого понадобится проволока мягкая, 0,3 мм диаметр. Вот я вырезала все по контуру, саму брошь из фетра. И беру проволочку, беру те же бусины, которые использовали для вышивки лепестков, накручиваю на проволочку, насаживаю, закручиваю и делаю веточку такую виртуальную с бутончиками. Поэтому я буду использовать розовые бусинки, вы можете брать и покрупнее, более вытянутые бусинки. У меня их нет, но можно будет красиво использовать каплевидной формы. Так я беру 6 миллиметров, 4 миллиметра и 3 миллиметра розовенькие бусины, и между ними, как лепесточки, делаю вкрапления из зеленой проволоки. Все это накручиваю на проволочку и потом буду пришивать к ветке, к изнанке нашей броши. Я выбираю сейчас хорошее положение, чтобы красивее смотрелась веточка.
удлиняю лепесток и прямо прикладываете к изнанке и пришиваете хорошенько. Все вот эти проволочки пришиваете с бусинами к ветке. И наша брошь почти готова. Теперь для изнанки я беру картон мелованный плотный. Я два обвожу по контуру броши. Беру два слоя, склеиваю их между собой и пришиваю булавку. Булавку я не приклеиваю, я ее прошиваю для того, чтобы она держала форму, не сдвигалась. И так надежнее. Там есть отверстие, все пришиваю с двух сторон. И уже поверх этого я буду приклеивать, видите, обвожу контур, буду приклеивать ткань, бархат. В данном случае итальянский бархат я использую. Мы сначала приклеили картон аккуратненько, чтобы было все по форме. Я вырезала картон, чтобы ничего лишнего не выходило за пределы броши. Прохожу моментом прозрачным, приклеиваю и обшиваю пайетками. Пайетки я использую 3 мм диаметр итальянские, тоже в цвет. Более подробно, как делать изнанку и обшивать край, есть в других моих видео на страничке, можете посмотреть. Ну а если вам был интересен этот мастер-класс, подписывайтесь, оставайтесь со мной, и будет приятно прочитать вашу обратную связь, комментарии. Вышили ли вы такую брошечку или нет? Всем спасибо, кто досмотрел до конца, и до новых встреч!